Вручение дипломов – одно из самых волнующих событий в жизни недавнего студента, а теперь выпускника. Это тот самый яркий и торжественный аккорд, которого все так ждут на протяжении долгих лет обучения. В этот юбилейный год, 20 лет, со дня основания филиала церемонии вручения дипломов выпускникам колледжа Анапского филиала Московского педагогического государственного университета прошла в городском центре. Год 2018 – юбилейный для нашего филиала. Все наши студенты знают, и родственники, и родители, что в этом году нашему филиалу исполнилось 20 лет. Поэтому вы выпускаетесь в юбилейном году, вы юбилейные выпускники. И всех я хочу поздравить в первую очередь с нашим юбилеем, с 20-летием филиала. И, конечно, с главным праздником, который проходит сегодня. Это вручение дипломов выпускникам колледжа. Мы очень рады сегодня вручить дипломы лучших из лучших. Кто закончил колледж, кто сдал государственные экзамены, кто выполнил полностью учебный план. Это лучшие выпускники 2018 года. Дипломы вручала депутат Совета города-курорта Анапа, директор филиала Елена Некрасова. Среди гостей не только преподаватели, но и мамы, папы, бабушки, любимые друзья. Летняя погода, украшенная шарами сцена, улыбки гостей праздника и радостные, сияющие лица выпускников – все это создает настроение настоящего выпускного бала. Сегодня можно с гордостью утверждать, что выпускники Анапского филиала Московского педагогического государственного университета – это специалисты, имеющие глубокие знания в теоретическом, практическом и научном планах. Это своего рода элита, которая является достойным будущим нашего города-курорта. Выпуск состоялся в юбилейный год. В этом году нашему филиалу 20 лет. И выпуск мы называем юбилейный. Юбилейный выпуск на 20-м году со дня образования филиала. Выпускники колледжа, выпускники вуза. Как всегда, мы гордимся нашими выпускниками. Самые лучшие, самые достойные получат диплом Московского педагогического государственного университета. Праздник в каждой семье, у родителей, у близких, у друзей, потому что они их поддерживали на протяжении всего обучения. И я сегодня поздравляю все семьи Анапы, в которых выпускники нашего вуза, нашего филиала, с праздником, с получением дипломов. И, конечно, мы приглашаем выпускников в школу, тех, кто сегодня хочет получить достойное, хорошее, качественное образование в стены Московского педагогического государственного университета. Добро пожаловать! Многие выпускники покидают колледж, но не покидают родной университет. Ведь за эти года колледж стал частью их жизни, а итогом кропотливого студенческого труда стал долгожданный диплом. Я могу сказать, что у нас очень хороший университет. Я получаю уже второе образование, очень хорошие преподаватели. Много интересных мероприятий, событий никогда не забуду. Всем большое спасибо. Студенческая жизнь – это самый был насыщенный период в моей жизни. Это были и взлеты, и падения, и новые друзья, и новые знакомства. Студенческая жизнь дала, в первую очередь, огромный опыт. Сейчас уже, конечно, грустно осознавать то, что завтра наступит новый день, и нужно думать о том, что же будет дальше. Но я буду поступать, подавать документы в Анапский филиал МПГУ, также планирую на высшую форму обучения. Студенчество – это такой период, который нужно, невозможно его объяснить, невозможно рассказать, только можно его почувствовать. И хочу сказать огромные слова благодарности, конечно же, филиалу, к которому я пришла в 15 лет, сейчас мне уже почти 20, я выхожу с него, выпускаюсь. Замечательный филиал, так что всем советую поступать в Анапский филиал МПГУ. Позади остаются годы учебы и упорного труда, а впереди открывается новая страница в жизни. И все эти красивые молодые люди обязательно напишут свою новую историю. Но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что после окончания колледжа Анапского филиала Московского педагогического государственного университета каждый из них найдет свой собственный успешный путь в мире предложений и возможностей. Я люблю, что так и знаю. Может, все возможно, что все. И меня не забывай, и не скучай.
Олеся Давыдова, Ведерекущий, 39 канал.